19 ноября во всех городах России, в том числе и в Каспийске, на территории школы номер 12 прошла ежегодная просветительская акция «Географический диктант». Основная цель акции – это популяризация географических знаний и повышение интереса к географии России. Провели инструктаж, начали географический диктант. По окончании международной акции «Географический диктант» всем участникам акции будут вручены сертификаты участников диктанта. Важно отметить, что стать участником акции мог любой желающий – учитель, либо ученик или обычный горожанин – для проверки своих знаний и приобретения новых. Все, что нужно было сделать, это пройти регистрацию в онлайн-формате или же на месте проведения диктанта. Акция «Географический диктант», который проходит в данный момент в стенах МБУ СОШ номер 12 города Каспийска, на котором принимают участие 28 педагогов, 39 представителей родительского сообщества и около 80 обучающихся 10-11 классов каспийских школ. Ежегодно данная акция проходит анонимно. Узнать количество баллов может исключительно участник, отсканировав QR-код, расположенный на бланке заметок. В случае, если человек ответил на все вопросы верно, организаторы диктанта просят связаться с представителями РГО и продолжить участие уже в более крупных географических проектах.